Всем привет, мои хорошие, и добро пожаловать на мой канал. С вами Карина, и в сегодняшнем видео я хочу рассказать о отбеливающих полосках крест. Выглядят они вот так, они всеми любимы, всеми известны, и, наверное, большинство из блогеров, из девочек, кто за собой следит, уже их испробовали. И оставайтесь со мной, если вы хотите услышать мое мнение об этих полосках. Первое, наверное, я вам хотела сказать, откуда я их заказала, потому что я живу не в России, я живу в Греции, и мне проще всего было заказывать напрямую с Америки, то есть я заказала их с eBay. Она пришла хорошего продавца с положительными отзывами и с недорогой доставкой довольно-таки, и я смотрела также, как можно найти такого продавца, у которого не надо будет платить еще дополнительную какую-то таможенную пошлину, да. И я контактировала с ним, я оставлю ссылку на этого продавца под видео, кому это будет интересно, может быть, у него еще остались такие же наборы. И, в общем, он мне согласился поставить прямо вот на посылке, да, поставить не саму стоимость этой коробочки, а поставить ниже цену, чтобы у меня уже не было никакого таможенного сбора. И да, он мне поставил $28, а на самом деле я заплатила за них с доставкой. Доставка у меня была 7 евро, кажется, да, $8, 7 евро, что-то в этом роде. В общем, около 60 евро эта коробочка у меня обошлась. Я заказывала Crest 3D White, Supreme Flex Fit называется. То есть, я так понимаю, это на эти полоски идут на отбеливание на 5-6 тонов. И я не стала брать на 3-4 тона, как в большинстве продают инстаграм-магазины, да, в России. Потому что, в принципе, зубы у меня нечувствительные, и я хотела сразу как бы увидеть наибольший эффект от полосок. В коробке у меня здесь 28 полосок, ну то есть 14 таких пакетов. Внутри каждого пакетика идет по 2 полоски, то есть на верхние зубы и на нижние зубы. Полоски длиной одинаковые, что для верхних, что для нижних зубов, потому что у других таких коробочек у них в большинстве идет верхние зубы длиннее, полоска, да, сама, а на нижние короче. На самом деле, одинаковая длина, мне кажется, это намного удобнее, то есть вы равномерно покроете, что отбелите, да, что верхние, что нижние зубы, потому что, например, с задними зубами и то, что я отбеливала, да, передние, я вижу огромную разницу и подумала, что почему они не делают на полностью челюсть такой длины полоски. Ну что ж, может быть, в будущем. И давайте я сейчас открою коробку, покажу, в принципе, если кто еще не знает, покажу, как это все выглядит изнутри. Открываю коробку, здесь идут два отделения. В одном отделении идет инструкция, вся инструкция, здесь, то есть, какое-то описание, как правильно их использовать, да, это все написано в интернете. И во втором отделении вот таких 14 пакетиков было. Внутри идет, я, кстати, да, закончила курс тут буквально несколько дней назад, внутри идет вот такая пленочка, и на ней уже прилеплены две полоски. Вы их просто отрываете, и стороной, где нанесен вот этот гель, раствор, да, вы просто прикладываете к зубам, прижимаете, держите, ну, примерно 2-3 секунды, чтобы оно хорошо схватилось зубами, и все, и края подгибаете под зубы. Что хочу сказать, мой такой трюк, да, который я обнаружила, в инструкции это, по-моему, не написано нигде, что зубы, когда, ну, то есть перед наклеиванием вот этих полосок зубы, естественно, чистить нельзя, чтобы не было такой чувствительности зубов. В общем, я как делала, я прополаскивала просто рот, ну, допустим, если я только что поела или что-то в этом роде, потом я полотенцем, либо салфеткой бумажной, я просто промакивала зубы, чтобы вот вся слюна ушла, вода, не знаю, влажность, чтобы она ушла с зубов. Полоски клеились намного лучше и держались намного лучше, потому что, когда, например, слюна поступает, вот, ну,
на вот этих боковых зубах, да, то полоски начинают как будто, когда вы клеите, начинают как будто съезжать. Поэтому надо стараться, чтобы зубы были максимально сухими. Еще эти полоски Supreme Flex Fit, они рассчитаны на 2 недели на ежедневное применение, и держать полоски необходимо по часу. Я рекомендовала бы вам клеить полоски в вечернее время, уже перед сном, потому что вы уже, будет меньше вероятности, что вы что-то поедите, либо кофе там попьете, либо чай, да? Поэтому у меня был такой период, что я дожидалась, допустим, 10, 11, 12 часов даже, потому что мы достаточно поздно ложимся спать. Я укладывала ребенка, чтобы я уже с ней не разговаривала, потому что с полосками на самом деле не очень удобно разговаривать. И я, в общем, клеила эти полоски, держала час. В это время я, ну, не разговаривала, не пила ни воды, ничего вообще не пила, не ела, естественно. Ждала час спокойненько, и потом я шла, снимала их, убирала остатки этого геля, прополаскивала все. После применения полосок также не рекомендуется чистить зубы, чтобы не было чувствительности зубов. Просто прополаскивайте, если остатки геля где-то остались, просто снимайте салфетками, да, либо ватными дисками. И все. После этого не рекомендуется есть 2-3 часа, есть пить красящие напитки. Ну, в принципе, я могла, да, я, в принципе, вот в эти 2-3 часа я могла выпить либо что-то молочные какие-то продукты, либо просто воду, либо, да, я могла себе позволить зеленый чай. Но лучше не надо, ну, не знаю, я просто не могу, чтобы что-то не пить. И еще в процессе всего отбеливания, в процессе вот этих 2 недель, я кофе, чай, я все пила через трубочку. И кофе, и чай я пила с молоком. Обычно я этого не делаю никогда. Я пью черный кофе, черный чай. Но ради отбеливания, да, ради вот этого процесса мне пришлось от этого отказаться. И, ну, в принципе, да, можно и к этому привыкнуть. Как говорится, красота требует же. Ну, давайте теперь поговорим о чувствительности зубов, потому что многие в интернете пишут отзывы, что у них сильно болели зубы, что зубы стали очень чувствительными, что рекомендуют закупаться сразу либо обезболивающим, да, либо зубной пастой для чувствительных зубов. Я ничего из этого не делала, да, у меня обезболивающие были, но я не принимала ни разу. Насчет чувствительности зубов вообще, что у меня было, да, какой мой опыт в этом вопросе. Начала я клеить с вечера, как я и говорила, да, я наклеила. То есть час прошел, я сняла полоски, и я ничего не почувствовала. Я думаю, ну странно, почему все пишут, что они там какая-то ломота в зубах, да, ломит зубы, а боль у кого-то там, кто-то вообще спать не может. Думаю, странно, почему у меня ничего такого нет? Думаю, может быть, у меня еще, ну просто эмаль сама моя такая, что не воспринимает, я ни на холодный, ни на горячий не реагирую. Думаю, ну ладно, посмотрим дальше. Второй день я наклеила, и когда я сняла, то есть на следующее утро, когда я вот уже вышла на улицу, я иду и говорю мужу, ой, у меня, я говорю, что-то вот не болят зубы, да, то есть после применения 2 полосок, зубы не то что не болят, не ноют, но, я говорю, такое ощущение есть, что они у меня есть, что я их чувствую, что у меня что-то есть во рту. Обычно как бы мы не чувствуем, да, зубы, а тут чувствовала. Ну, а последующие дни у меня были достаточно спокойные, то есть после этого я не чувствовала абсолютно ничего, я просто их клеила, снимала, то есть пила также кофе, чай через трубочку и с молоком. Я просто в кофе наливала по полстакана молока. Так, и сейчас, кстати, вот прошло уже несколько дней после того, как я их закончила, и я продолжаю пить с молоком и через трубочку. Так вот, в один день я просто заметила, что я прервалась, в общем, на один день. Почему, сейчас расскажу. Я заметила, что десна, как будто, знаете, там перекись водорода или что-то, какой-то вот состав, да, такой, не знаю, как называется точно. В общем, десна как будто начали травмироваться, как будто
Ну, не знаю, когда вот если сильно-сильно почистите зубы, да, и заденете десну, ну, можете как будто как покорябать, что ли. Я так посмотрела, думаю, ну, может быть, сделать перерыв на день, потому что, ну, чтобы дать деснам, не зубам, а дать деснам отдохнуть. Сделала я этот перерыв в один день, и на следующий день, когда я, ну, все стандартно, да, я опять приклеила полоски, и на следующий день после этого у меня опять-то появилось такое ощущение, что зубы я чувствую, что они у меня есть. Они не болят, как я уже говорила, но просто чувствуется, что у вас есть зубы. А, вот и все. Дальше, последующие дни у меня было все как обычно. Я ничего, ни боли, ни нытья зубов, ничего не испытывала. А, в общем, я удачно очень прошла этот курс. Всего 2 недели по часу в день, потому что другие полоски есть, по-моему, 10 дней, 14 дней, но по полчаса также есть полоски для более чувствительных зубов. В принципе, смотрите сами, если кто собирается брать, то смотрите, какая у ваших зубов своя чувствительность. Я не знаю, проверьте на холодном, горячем, то есть посмотрите, как вы реагируете. Я не реагирую никак абсолютно, поэтому я взяла самые такие, одни из самых сильных, потому что есть еще одна более там какая-то профессиональная серия. Я, кстати, не смотрела, правда, еще сколько они стоят. А что ж хочу сказать. Я посмотрю, насколько продержится этот эффект. Вы видите, ну, эффект, да, он есть. Конечно, у меня сейчас вот еще стоят софтбоксы, они дают еще больше света и как бы отражение от зубов, поэтому они смотрятся, зубы сейчас такими немного фальшивыми. Я уже писала и кому-то говорила, что зубы, да, при софтбоксах они... А, в прошлом видео. Они смотрятся немного фальшиво-белыми, как вот керамические какие-то. На самом деле, на улице, при дневном свете, без софтбоксов, да, я смотрела, да, зубы, естественно, они белее, чем вот моя эмаль, которая была. Говорят, что эффект будет длиться 1,5 года, до 1,5 лет, потом можно повторить. Но повторный курс можно также делать через полгода. И я сейчас, да, я посчитала, что как раз к Новому году я, в принципе, я могу повторить этот курс. И я посмотрю, или я закажу опять же этот курс, или же я закажу более профессиональный, смотря какая будет у него стоимость. По сравнению с отбеливанием в стоматологическом кабинете, это намного-намного дешевле. А я ни в коем случае не делаю рекламу, потому что я покупала это за свои деньги, но я хочу высказать свое мнение. Потому что когда я жила в России, несколько лет назад я пошла в стоматологический кабинет, и я захотела сделать отбеливание, вернее, просто посмотреть, как оно, какой эффект, будет ли или нет, потому что, ну, был какой-то бум, какая-то реклама, да, шла. И, в общем, знаете, я сходила на отбеливание, мне поставили вот такие капы, да, с гелем, свет, ультразвук, или, ну, в общем, свет какой-то, да, поставили. В общем, просидела я... Не знаю, сколько, час или сколько я просидела, я не помню вот сейчас. И, знаете, эффекты, ну, они вроде как будто чуть-чуть посветлели. Но, вернее, знаете, вот у меня показался такой эффект, когда просто после обычной чистки вы выходите от стоматолога. То есть деньги были потрачены впустую, после этого я никогда не ходила на отбеливание. Да, я раз там в полгода, раз в год обязательно хожу на чистку зубов, но на отбеливание я не ходила больше, потому что для меня тогда показалось, что это пустая трата денег и времени. Полоски, да, полоски я могу с уверенностью сказать, что я их обязательно еще куплю. Единственное, надо просто находить хорошего продавца себе. А еще в России продают полоски, да, вот много инстаграм-магазинов, но цены, я так понимаю, они... естественно, выше, чем если вы закажете с Америки, либо вы купите напрямую с Америки. И плюс еще за доставку вы платите. Ну, не знаю, просто да, возможно, это удобнее, мне это неудобно. Девочки, мальчики, кстати, отвлекусь немного от темы. Я тут сегодня смотрела статистику моего канала, и у меня 28% смотрят меня парни. Мне вот стало интересно, парни, почему вы меня смотрите? Это же женский канал, по сути. Напишите мне в комментариях, я хочу просто от вас это услышать. Вот вы смотрели мои предыдущие видео, вот где-то до лета, наверное, когда я еще не делала, вот до отбеливания, вернее.
когда я снимала также со софтбоксами, то есть при таких же условиях. И сейчас, когда я снимаю также при софтбоксах, все то же самое, камера то же самое. Просто я вот смотрела старые видео, и сейчас, мне кажется, сейчас они прям вот зубы, они сильно какие-то бело-фальшивые. Напишите, вы видите эту разницу или только я эту разницу вижу. Сейчас я хочу с вами попрощаться. Я надеюсь, что вам было полезно это видео. Я буду ждать от вас комментариев. И также ставьте пальчики вверх, если вам понравилось видео. И всем пока-пока!